мы решили пойти поесть клубничку с мандаринкой в беседке. В этой. Вот. Мы сейчас находимся на главной улице нашей. Омабей. Это такой центр. Египетский центр. Там есть фикс-прайс. Вот сейчас мы даже посмотрим, чем отличается фикс-прайс от нашего. Магазинчики, одежды, обуви. Нам предлагают взять за $10 10 гигабайтов. Но мне нужен интернет ради того, чтобы выкладывать видосы. А то интернет, который Wi-Fi в номере, он не тянет. Мы хотим визитку по рекламе. Посмотрите масло. Масло хотите? Слушай, мадам, слушай, мадам. Мадам. Так, маме понравились очки. Ну как понравились? Не эти. Покажись. Как учительница выглядишь? Ай-яй-яй. Нет, не эти. Да, да, кстати, знаешь, еще такая, знаешь, так. Я не поняла, знаешь, доказать, которую. Где домашняя работа? Да, да. Ладно, покажи, какие тебе понравились. А где я взяла? Здесь? Вот эти тоже интересные. А я их мерила, у меня падали. О, я понимаю. Так. Это и есть такой фикс прайс. Много всяких сумочек, браслетов. Интересных. Чай. Магнитики. Мама себе выбрала за 10 фунтов красивую сумочку. Ой, сумочку. Кошелек. Красивые футболочки. Мам, покажи, какой это был. 104. За 10 фунтов. Для мелочушки? Да. 104 такая хрень. Да, ткань хорошая. Нет, ткань вообще классная. Вау. Штанишки. Думаю, мы что-то купим себе. Веселые штаны. Кстати, для дома очень весело, да, знаешь. Нет, вообще прикольно. Они прям прикольные. Просто мне ночью. А по длине. Дошли до сладостей. Думаю, надо кому-то принести как подарочек. Это стоит у нас 40. 40, как я понимаю, это так. Доллар с копейками. 27 это доллар. Получается доллар полтора. Это у нас ровно доллар стоит. Симпатично. Ну, красивые. Ну, красивые такие, да? Ой, мне вот это нравится. Да, но в ней нет никаких этих. Ну, на что вешать, короче. Mm-hmm. Что это не а сумочка. Может, внутри? Здравствуйте. Нет, это просто такое. Вот это красивое. Много всякой мелочушки. По-другому говоря, хлама. Ну, если кому нравится. О, даже укулеле есть. Коллекционировать. Ой, какая прикольная. Просто нету ремешка, чтобы... А ты киску залипалова. Можно пройти? Ну, это прикольно.
мы купили с мамой. Три на двоих? Три на двоих. Неправда, один мой. Ну не пали, не пали. Так вот, из манго. Да, ага. Настоящего. Сейчас попробуем. Фото $100, что ли? Необычно такое. Мы нагулялись, здесь очень много всего, представучий народ. Просто тянут за руку, смотри, какие футболки там за доллар, за два, в итоге приходишь за 10. Ну ладно, что мы купили, покажем. Такой вот чехольчик, чтобы снять для вас рыбок, показать. Потом, мам, покажи, что ты купила. Я купила. Я уже показывала. А, да, мам показывала. Потом мне подарили в магазине вот такой вот браслетик. Да. Браслетик и такой вот магнитик. Магнитик. Ой. Крик. Да. Вверх ногами. Потом мы вернулись в этот магазин, чтобы купить у них мангу, но там поменялся продавец, он хотел нас развести на $8. Хотя другой обещал за 4. Он что-то начал быстро объяснять, типа 230 фунтов платите. Мы такие перевели, а там 8,5. Вот так вот. Но поэтому аккуратно, да, аккуратнее будьте. Все пересчитывайте в калькуляторе. Все, всем добра. Пока. На ужин у нас опять лепешечки. Лена, вот соусы, ты говорила. Огурчики. Так, салатики. Все то же самое, в принципе, что и на обед. Нет изменений никаких. Это, наверное, крабовый салат. Тут суп какой-то появился новый. Это вот, вот такой вот. На гороховый чем-то похож. Рис. Это гриль. Да. Потом, ой. Я возьму кабачки. Кабачки. Вот, да. Вкусные, хорошие кабачочки. Ой, какая вкуснятина. Вот это и есть лазанья. Вот, тут даже написано, что это лазанья. Вот, а все остальное было не лазанья. Не слушайте нас, в общем. Это у нас... Что это? Мясо. Мясо. Ну, предположительно, все-таки это говядина, да? Попробуем. Может быть, да. По вкусу. Похоже на говядину. Похоже на говядину. Да. Дальше. Оказалось, что это, да? Вот это, наверное, я возьму. Это прям, да, для Лены. Все для меня. Картошечка. Это для мамы, кстати. Странно, что она не взяла. Ну, не стала. Картошка с... Слушайте, я не знаю, но мне в последнее время прям понравилось. С бобами. С бобами. Понравилось. Как много взяла, да? Я чуть-чуть. Все, сразу. Так, ну а теперь мы пойдем в суперотдел. Какая красота. Смотрите. На улице мы не будем, да? Не, на улице мы не будем. У нас дыня. Вот так вот сегодня. На улице всегда дают пасту, которая в соусе томатном. И пицца. И сегодня у нас пицца. Здорово. Будешь пробовать? Нет. Один кусочек? Нет, пиццы я не буду. Жалко. А? Дальше есть еще такие вкусные красивые пышечки с пудрой. И... Рыбка. О, рыбка. Рыбку мы будем. Рыбку мы возьмем. Рыбку мы будем. Приятного аппетита. Так, смотрите, что я взяла. Я взяла лазанью. Мне очень стало интересно, какая на вкус. Потом взяла вот такие вот кабачки. Кабачки с морковкой взяла. И рыбку запеченную, вкусную. Пахнет невероятно. Потом я взяла, решила взять супчик. Это гороховый. Вот. Очень много зелени. Тут у нас получается капуста, помидорчики, перчик и зелень. Разные виды капусты. Да, тут очень просто много капусты, поэтому объем такой. Да, это не ты много взяла. Это не я много взяла. И фруктики. Так. По-скромному. Да, по-скромному. Дыньку взяла. Да. Ну, надеюсь, я все это съем. Приятного аппетита. С мамой очень боимся кошек. Мы боимся, что они очень резко нас возьмут и поцарапают. Поэтому мы сейчас рискуем. Правда, мы... Я правда боюсь. Вот я вообще боюсь ее трогать, а мама хоть дотрагивается. Прикинь, сейчас цепится, мам. Нет. Посмотри, она на меня смотрит. Вот
любители кошек, скажите, вы не боитесь гладить котов? Чужих, своих, вообще любых. Мама, не надо. Мама, не рискуй. Все, 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 хватит. Она ко мне привыкла. Ой, да ну. Смотрите. Это зомби. Ой, котигушка, котигушка. Да? Ты котигушка. Не, ну кошки милые, милые, не, правда? Но мы боимся. Она хорошая. Глаза у нее такие. Египетская сила. Большие такие. Носик розовый. Да? Ну, вот почему-то я боюсь. Вот. Опасаюсь, понимаете? Я как будто была в прошлой жизни мышкой. Вот всегда к ней какое-то недоверие. Она красивая, милая. Но вот к собакам я больше как-то.